Всем привет! Здравия добрым людям! Сегодня утренний день, воскресенье, пока все спят, я выбрался походить по лесу, поискать что-нибудь интересненькое. Хрен ли дома-то делать? Сейчас уже начались кровососы, летают. Вот я взял вот такое от летающих клещей профессиональное средство защиты от всех. Не знаю, как оно себя поведет. В конце видео скажу. А то комаров до херища. Сейчас, ну, сейчас набрызгался. Вроде никого нет пока. Копаю, как всегда, по лесным чащам с симплексом. Нокта макро. Тут я уже ходил. В том видео тут трак шел, и вот я не дошел до конца. Сейчас дойду, покажу, что интересное будет. Ладно, остаемся, не переключаемся, смотрим. У меня, ребята, тут сигнальчик, смотрите. Глянем, что тут интересное нашел. Опа, какая-то штуковина. Штуковина какая-то. Ух ты. Ух ты. Вот так это же плита от печки. Целехонькая. Целёхонькая плита от печи. Нифига. Ништяк. Может, кому-то надо? Обращайтесь. Продам. Недорого. Вот так вот. Ладно, похожу здесь еще. Может, и крышечки найду от нее. Вот, ребята, плиту я снова прикопал, я что потом забрать. А тут рядышком, смотрите, сигнальчик какой. Железный, я бы его копать бы не стал. Ну вот, в конце сам он проскакивает чуть-чуть. Думаю, да, немножко попробую. А тут вот что было. Такая штуковина. Так ее и не заметишь даже, и не будешь копать. Железный сигнал. Вот так вот. Все-таки симплекс не для металлолома. Ладно. Кружимся дальше здесь. Ребята, смотрите, опять мне этот лес без меди не оставил. Чистенький сигнал медный. Вот я тут, я сейчас только что отсюда вот выкопал. Трубка вот такая медная. Нифига себе. Это хорошо. Это хорошо. Не фокусируется. Этот он черканул. Она красная. Вот так вот. Сейчас я ее сломаю. Или бронзовая. Нет, все-таки это, наверное, не медь, а бронза. Ну ничего, тоже приятно. Класс. Нет, все-таки это медная она. Вон, отчетливо красненькая она. Камера больше не передает. Я вот вижу,
с красным оттенком. Была бы бронза, она желтая была бы. А тут красна. Вот так вот. Смотрите, ребята, какой сигнал-то голосистый. А тут у меня вот что. Ух ты, блин, еще как она. Прямо, блин, дерево выросло на ней. Вот так она тоже медная. Фига себе, сегодня день меди. Отлично. Так, достанем. Или оставим здесь. Нет, достанем сейчас. Деревце все на месте. Вот такую вытащил штучку какую-то. От радиола или от чего это. Но она не медная, она алюминиевая, покрыта просто таким красноватеньким каким-то покрытием. Ладно. Все уже возьмем. Цвет медь все-таки. В кучку. Ладно. Ну тут вот трубку нашел. Недалеко, а тут вот эту панель. Ладно, пойдем дальше. Ну вот, все, я иду, двигаюсь по лесу. Вышел сейчас на такую опушечку. И тут видно, вон столб стоит. Что-то тут было. Какая-то местность тут. Сигнальчик тут у меня. А тут какая-то штуковина. Или запчасть, или что такое. Сейчас попробую выкопать. Да, вот проглядывается какая-то круглая. Интересно, что это такое может быть тут. Ух ты. Ни хрена себе. Что-то тут крупное, видать. Ух ты, какая штуковина. Фига себе. Ух ты. Какая тяжеленная. Это не она, тут вон еще другая круглая какая-то. Аж фискарь гнется. Не, даже не шевелится. Сейчас попробую. Откопаю ее. Вот отсюда сейчас я выкопал. Смотрите, какая тут болванище. Какая-то крышка или что? Вообще тяжелая. Летая. И это такая же тяжелая. Обалдеть. Она килограмм 20 вешает, наверное. Такая штуковина. О, и это килограмм 10. Сразу же 30-ка. 30 килограмм. Нормально, да, такой ход? А тут недалеко дорожка. Подъехал, загрузил с плитой и все. Подзаработал сегодня немножко. Буквально минут за 15-20. Ладно, сейчас еще тут покружусь возле столба. Все стараются ехать за город, а я тут недалеко, недалеко. Рядом с трассой хожу. Вот результат такой. Ладно. Сейчас тут еще вот копанул, вырыл такое звено. Здоровое, толстое. Тут вон опять у меня сигнал. Все в одном месте. Что-то здесь ремонтировались, видимо. Сейчас про вас достану ее. Опа. О, кусок железа. Фига себе. Ништяк. Хорошее место. Так, тут еще вон такой. Нашел.
рама от велосипеда трехколесного. И тут рядышком вот сигнальчик. Сюда большое. Поднимается. Ух ты! Ёлки-палки! Ни хрена себе! Хрен поднимешь. И не поднимешь. Фух. Сейчас попробую поднять. Вот это громадина. Что это такое? Вот это громадина. Килограмм надо 50 вешать. Да. Вот это мощь. Железная. Стальная. Да. Все. Надо за машиной идти. И вывозить отсюда. А то нафиг. Желающих тут много ходит. Все рядышком. Вот какая большая. И толстенная. Все, какая-то табличка тут. Че это интересно такое? Ладно. Фух. Сейчас еще покопаю туда. Машину надо заказывать. А то такие вещи здесь в лесу нельзя оставлять. Смотрите, ребята, какой сигнальчик поймал. А тут вот такое сокровище лежит такое. Ага. Пластина алюминиевая. Ништяк. Тоненькая, правда, но ничего. Цвет медь. Все кружу здесь. Рядышком с этими находками, с этой лужайкой. Все, ребята, почистил эту поляночку здесь. Небольшую. Вот сколько мне металла. Металлома здесь удалось поднять. Металл очень тяжелый. И очень толстый. Такие толщина вообще редко попадаются. Особенно вот это. Не знаю, что такое это. Она очень тяжелая. Килограмм на 40 вешает. Вот это тоже. Не поймешь, что такое тяжелющее. Вот так. Поработал я здесь. Где-то полчаса я обошел. И вот такое количество набрал. Ладно, потом я сюда подъеду и заберу это все. Так, дальше сейчас я пойду в лес углубляться. Может, там что-нибудь найду еще. Не переключаемся, смотрим дальше. Вот, все, двигаюсь оттуда, по полянке. Смотрите, какую интересную штучку нашел. Я уже откопал ее, но сигнал такой хороший был, когда в земле был. Вот такую штуковинку, вентилятор нашел. Какого вам года, это интересно. Полностью весь металлический. Металл такой толстый. Не то, что сейчас пластмассовые делают. Офигеть. Такой здоровый, тяжелый. Еще и крутится, надо же. Вот это да. О, Советский Союз как делал. Так, может, год найдется
Нет, года нету. Лопасти металлические. Может, какой-то промышленный вентилятор стоял. Вот так вот. Ребята, смотрите, какая кучка. Сейчас тут все звенит, блин. Тут вон что попадал. Опа. Кусок трека. Вторую половину уже выкопал. А вот и первая от него. Нет, вот так она была. Нет, не от него. Не от него. Не от него. Сейчас еще поищу. А вот, видимо, вторая часть. Вот эти тут, эту кучу еще ворошу потихонечку. Вот она, вторая часть. Может, тут вообще их много. Вот она, вот так она была. Не поймешь, как она тут была. Видимо, не она, там, видимо, еще есть. Вон какая куча. Надо всю ее ворошить. Шарфить ее, короче, надо. Ладно, смотрим, что еще попадется там. Ну все, ребята, растряс я эту кучу. Тут все звенит, тут целый день можно ее трясти и трясти. Вон такая длинная, продолжается. Вот с этого шурфа мне удалось вот столько найти металла. Металл весь тяжелющий. В общем, надо гнать машину. Тут проходной двор, тут рядышком дорожка. Люди с собаками гуляют. А этот металл, у него ноги вырастут. Быстро до завтрашнего дня не доживет здесь. В общем, прощаемся. До новых встреч. Будем копать, искать и показывать. Пока. Дальше будет только интереснее.